12 на подаче Эммы Кадукана, она подает на матч Британии. Срывает прием Чеклистова, ну, в общем, оправданно. Чеклистовой нужно бить, если она не бьет, то она уже ошибается. Безупречная подача Эммы. Чеклистова продолжает играть свои горки. Такие накрученные полугорки. Ну, нельзя сказать, что эта техника дает определенный эффект. Опять выходит на горки. Эмма пробивает. Эмма. 30-15. Эмма пробивает. А с горки Чеклистовой она пробивает, это, в общем-то, видно. Что значит техника? Техника выполнения определенных ударов. На качественной технике можно строить качественную игру. Девушки более 2 часов на корте. Порядка 2 часов на корте, и при этом Эмма сохраняет острую подачу, дает двойную ошибку. Больше пока что у нее в гейме, то есть матчбол остается. Матчбол у Эммы остается. Вкручивает вторую, пробивает, ошибается с отскока Чеклистова. Шесть пять ведет Эмма. Что-то со счетом я совсем потерялся. Ну, уважаемые друзья, на этом мы матч закончим. Закончим на этом матч. Оставим зрителям возможность самим догадаться, кто в этом матче окажется сильнее.